Сегодня праздник у тех, от кого зависит безопасность государственных рубежей. В настоящее время воины-пограничники вместе с российскими коллегами умножают славные боевые традиции своих предшественников. В непростых служебных условиях неизменно хранят верность присяге и добросовестно выполняют самые ответственные миссии. Пограничную службу с профессиональным праздником поздравил президент республики Анатолий Бибилов. Поздравительное послание зачитал председатель Комитета государственной безопасности республики Олег Ширан. Открывая наше совещание, я хотел бы начать его с поздравления президента и зачитать приветственный адрес президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Уважаемый Валерий Муранович, уважаемые коллеги, дорогие пограничники, сердечно поздравляю вас и весь коллектив Пограничной службы Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия с 15-летием со дня образования. С давних времен охрана рубежей Отечества считалась делом особо отчетным и ответственным, которая доверялась только лучшим воинам. Именно пограничники принимают на себя первый удар врага, не щадя своих жизней ради свободы и независимости над своей родиной. Комитет государственной безопасности играет важную роль в обеспечении национальной безопасности и суверенитета нашей республики. Благодаря бдительности, профессионализму и уровню подготовки военнослужащие пограничной службы Комитета госбезопасности Республики Южная Осетия с честью справляются с поставленными задачами, эффективно решают задачи по противодействию иностранным разведкам и отражение провокаций на территории Республики Южная Осетия. 3 февраля 2005 года указом президента Республики Южная Осетия в составе Комитета государственной безопасности была создана пограничная служба. На вновь созданное ведомство были возложены задачи по охране рубежей нашей республики, защите ее экономических и иных интересов в пределах пограничной территории и исключительной экономической зоны. Служба на границе является школой мужества и воинского братства, предопределяет особое отношение к родине, к выполнению своего воинского долга. Сотрудники пограничной службы Республики Южная Осетия внесли значимый вклад в отражение грузинской агрессии в августе 2008 года. Локализацию политики государственного терроризма, осуществляемую властями Грузии в отношении Южной Осетии. Марианна Чочи, Арнольд Харебов, информационный выпуск «Сегодня».